Вьетнам – одна из древнейших стран Азии и одна из немногих существующих социалистических республик. Располагается Вьетнам в восточной части полуострова Индокитай. На карте мира выглядит как изогнутая креветка с распушенным хвостом. У Вьетнама интересная история, здесь есть на что посмотреть, есть что попробовать и есть чем восторгаться. Это страна древних храмов, покрытых джунглями гор, райских пляжей и улыбчивых людей. Сейчас я расскажу вам одну очень важную вещь. В ваших закладках обязательно должен быть сайт компании FlyAgent. Это позволит вам без труда, находясь в любой стране мира, выбрать и забронировать билет в нужное вам направление. Все делается в один клик. Заходим на сайт компании, выбираем направление, даты. Все очень удобно и быстро. И самое главное, что у компании FlyAgent цены всегда очень выгодные. Hello. Здравствуйте! Мы в Ханое, столице Вьетнама. Именно с этого города мы начнем наше путешествие по этой стране. Ханое не только столица, но и второй по численности населения город Вьетнама. Ханой – крупный мегаполис, главный политический, образовательный и культурный центр страны. Здесь всегда многолюдно и шумно. Только ранним утром в столице относительная тишина, но уже в 8 часов город превращается в самый настоящий шумный муравейник. На улицах Ханоя так много народа, что, кажется, все 8 миллионов жителей столицы покинули свои дома. Основное средство передвижения в Ханое, как, впрочем, и во всем Вьетнаме – мотобайк. Местные жители ездят на них целыми семьями. Это бесконечный упорядоченный хаос. Движение в Ханое очень интенсивное. Переходить улицу здесь, в Ханое, довольно-таки сложно, потому что, во-первых, здесь нет светофоров. И более того, если ты стоишь на пешеходном переходе, то тебе сигналят, потому что это неправильно, ты должен уйти. Если меня сегодня не собьют, то это будет, я думаю, большая удача. Климат в Юго-Восточной Азии не всегда жаркий, но и в этом случае нужно много пить воды и, конечно, хорошего, проверенного качества. И при этом не засоряя окружающую среду пластиковыми бутылками. Посмотрите вот на эти провода, это что-то уникальное. Здесь такие вот просто пучки, сплетения проводов. В дождь вообще даже как-то страшновато ходить, потому что может быть какое-то электростатическое напряжение здесь создаваться. Весь город, особенно старая его часть, опутан словно паутиной проводами и кабелями. То есть все электричество города висит вот так над улицами на уровне второго и третьего этажей. Самый старый квартал Ханоя называется квартал 36 улиц. Когда-то его основали еще в 12 веке представители 36 торговых гильдий. А раньше на этом месте был плавучий рынок. Было это очень давно, еще в 10-11 веках. В то время на этом месте было болото, кишащее змеями и аллигаторами, на котором возникла деревенька и, конечно, рынок. Деревенька разрасталась, а позже это место превратилось в квартал ремесленников. Поэтому, если вы хотите купить сувениры, то вам сюда. А вот с чистой водой в Ханое, да и во всем Вьетнаме, все не так хорошо. Конечно, всегда можно попить кокосовой воды. А вот о чистой питьевой лучше позаботиться заранее. В каждую поездку я беру с собой фильтр Aquaphor A500. Это только кажется, что неудобно. Смотрите лайфхак. Так как кувшин не бьющийся, то в нем можно перевозить хрупкие вещи. Например, мои любимые очки. Кладем.
закрываем. Оп. Ну вот. И ценные вещи сохранены. И чистая вода всегда с собой. Фильтр Аквафор А500 удаляет и бактерии, и микроорганизмы. Вьетнамцы – очень доброжелательный, улыбчивый и позитивный народ. Иностранцев любят, а к русским относятся с большим уважением. Сказывается общее социалистическое прошлое. Здесь можно встретить много атрибутов социализма – красные флаги, пионеров, серп и молот. В Ханое многие говорят по-русски. Кто-то учился в Советском Союзе, а кто-то работал, но уже в России. Как вот эта вьетнамская девушка по имени Ха. Сейчас я иду в гости к одной нашей вьетнамской знакомой. Ее зовут Ха. Базамари. Привет, Ха. Привет. Привет. Как у вас дела? Хорошо. 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 Это наша Ха. Она говорит по-русски, потому что она жила в России. Сейчас мы пойдем к ней домой. Пойдем? Пойдем. А это бабушка? Бабушка. А вот этой бабушке 100 лет. 100 лет. Синчао! 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 100 лет сейчас, 101 год! 101 год! 101 год! Ну что, Ха, пойдем? Пойдем. Показывай. Как интересно устроен дом. Рассказывай, что здесь у вас? Это старый-старый дом. 100 лет уже. Ваня, Ваня, это моя мама. Ходите. Хан Гуэн – обычная жительница Ханоя, каких большинство. Работает в торговле, живет с мамой и двумя детьми – Аней и Кеном. Аня родилась в России, когда Ха жила в России. Но сейчас Аня уже не говорит по-русски, не понимаешь по-русски. Не понимаю. Не понимает по-русски уже совсем. В каждом вьетнамском доме есть алтарь. Это место поминовения и молитвы. Обычно на алтаре стоят фотографии последних умерших в семье родственников. Да, такой календарь во Вьетнаме есть, что это европейский календарь, общепринятый, а это лунный календарь. Луна. И лунный календарь вьетнамский. И каждого 15 числа, да, как объясняет Ха, и, должны и первого числа по вьетнамскому календарю. Вот. Да, где оно у нас? Первое число. Вот, да, первое. Должны поминать своих усопших, да. Правильно? Да. Обязательно зажигаются благовонные палочки, а сгоревшие не вынимаются. К ним нельзя прикасаться. Вьетнамцы верят, что после смерти людям могут пригодиться и деньги, и даже золото. Который умер надо. А, это... Деньги, деньги. Да. Смотрите. Что это? Деньги. Да, это вьетнамские? Старый. Старый вьетнамский, да, деньги. Ага. Старый. Да. Золото. Да. Это золото, да. И... Долларов. Да. Угу. Это Бог. Бог? Бог. Ага, символ Бога. Ага. А нам надо? Поджечь. Вот такая забота о своих предков. Но теперь поговорим о жизни. Ха обещала показать самое интересное и колоритное место Ханоя. Это, конечно, рынок. Это что у тебя, машинки? Это твой сын? Да. Сколько ему лет? 4 года. 4 года. Слушай, Ха, я хочу подарить тебе батончики Виталат. Это как раз и для ребенка очень полезно, и для тебя это вкусная вещь. Держи. Да. Это ваш? Да, это русский виталат. Спасибо вам. Русский батончик виталат. Вот. Да. Ну что, а сейчас мы с тобой пока пойдем на рынок. Ты покажешь нам фрукты различные. Хорошо. Да? Хорошо, пойдем. Бай-бай.
Так, где у нас рынок? Там, да? Пойдем. Здесь очень интенсивное движение. Да. Надо аккуратно ходить, да? Вот сейчас нашего оператора собьют. Осторожно. Каждый день у нас только кушает только рис. Рис каждый день. Утро, днем, вечером. Вечером всегда рис, да? Рис. Что это? А, это рисовое дело. Рисовое? От рисовое дело. Ага. И что там внутри? Там внутри это сахар. Это сладкое? А, сладкое. А давай попробуем. Вы попробуем. Спасибо. Очень вкусно. Как это называется? Баньзай даусань. Еще раз скажи в камеру, пожалуйста, вот в эту. Баньзай даусань. Я не могу произнести это. Да. Я могу только съесть. И скажи, что это действительно вкусно, а произнести не смогу. Баньзай даусань. Баньзай даусань. Ты молодец, потому что ты говоришь по-русски. Я не знаю, как можно говорить по-вьетнамски. Это, мне кажется, сложный язык. Но вот это вкусная вещь. Идем дальше на рынок. Ха продолжала угощать меня местными национальными диковинками. Смотрите, это черный рис. Вот это черный рис. Я такой первый Непкам. Раз вижу. Как Непкам называется? Непкам. Непкам. Я попробую. Так очень вкусно. Ну, вкусно, да, без всякого вкуса. Да, смотри, очень это вкусно. Как? Мид. Мид называется. Мид. Мид. Мид, но не мясо, мид. О, сладко. Очень сладкий, очень сладкий фрукт. Очень. Это вьетнамский десерт, который готовится прямо на улице. В основе йогурт, различные фрукты, сладкий рис и кокосовое молоко. Ну что, сейчас будем пробовать, да? Да. Это очень вкусно. Какой интересный и необычный вкус. Просто... Я хочу сказать, это очень вкусно. И свежий. И свежие, да. Вот мы пришли в Ха на квартал рынка. Это не специально оборудованный какой-то базар. Рынок, который находится прямо на улице. Вот прямо на полу, на земле люди продают овощи, фрукты, готовят. Здесь можно поесть. И сейчас Ха расскажет о фруктах и овощах, которые здесь во Вьетнаме есть. Пойдем? Пойдем. Вон там, я смотрю, много-много всего, да? Пойдем. Это только нас. Во Вьетнаме только. Только во Вьетнаме? Да. А что это? Это зой называется. Зой. Зой. Смотри. А, оп, вот так вот надо сделать. Это не мандарин, не апельсин у вас. Это бэй называется. Бэй. Вьетнам. Вьетнамский бэй. Бэй. Ага. А внутри он такой же, как и мандарин, апельсин, да? Нюха. Как пахнет. Ой, да. Да. Это такой цитрусовый? Прямо пахнет. Да. Но называется бэй. А что с ним делают? Да, снять и кушать, как кушают, апельсин, как мандарин. Мандарин. Ну, как сладко. Сладкий, да? Да. А, красивые сережки. Красивый фрукт. Да? Красота. Красота. Да. Это вот лист банана, лист банановой пальмы. Такой красивый подарок. А там рис. Да. И это тоже рис. Да. И это тоже сделано из риса. Смотрите, какое разнообразие вообще всего можно сделать из риса. Вообще рис, как говорит Ха, самая главная еда во Вьетнаме. Да? Да. Хочу подарить от нашей программы вот такую куклу. Кукла сделана Ивановской фабрикой игрушки. Она такая, видишь, красивая, в русском народном костюме. Пусть эта кукла напоминает тебе о том времени, которое ты провела в России, ты жила в России, и о нас,
потому что мы тебе благодарны. Ты столько интересного нам рассказала о Вьетнаме, о традициях. Поэтому пусть она напоминает тебе о нашей встрече. Вот, и всего тебе хорошего. Держи. Да, спасибо вам. Ой. Как имя? Да, а зовут ее Анечка. Аня. Так же, как твою дочку. Да. Так же, как твою дочку. Это моя Аня. Да. Да, как раз ты его передашь дочке. Да, красиво. Спасибо тебе большое, Ха. Да. Сегодня я прилетела во Вьетнам. Разница по времени составляет 4 часа. Ну, а погода здесь лето, правда, дождливое, но у нас-то вообще зима. Поэтому для того, чтобы сохранить свой иммунитет, я пью витаминный комплекс Данью Павли. Данью Павли является органическим источником природных витаминов и минералов на основе концентратов растений и способствует восстановлению витаминно-минерального баланса в любом возрасте и поддержанию иммунитета. А особенно полезно пить Данью Павли тогда, когда ты меняешь климатическую зону. Потому что при смене климатической зоны нашему организму приходится нелегко. А это ему хорошая помощь. Старый квартал Ханоя, ты попадаешь на озеро Хуанки. На этом озере расположен очень известный мост, Красный мост. Он красного цвета, потому что для вьетнамцев красный цвет – это цвет любви. И все, кто хочет признаться в любви, приходят именно сюда, на этот Красный мост. Знаменитый Красный мост, он ведет к храму, который находится на острове Нефритовой горы и называется Нгоксон. Пойдем туда. Как красиво! Говорят, что посещение этого храма приносит удачу. Это как раз то, что нам очень нужно в начале нашего пути по Вьетнаму. Сами вьетнамцы очень любят это место и приходят сюда регулярно и делают фотографии себя и своих родственников здесь. Это тоже приносит удачу. А вот здесь, в храме, есть чучело черепахи, которая по преданию жила вот в этом озере 4500 лет. С черепахой, правда, с другой, связана красивая легенда. Озеро, которое окружает остров, называется «Озеро Возвращенного Меча». По легенде, в нем жила золотая черепаха, которая помогла вьетнамскому народу выйти из-под китайского владычества. Было это в 15 веке. Черепахой был дарован меч императору Лелою. Благодаря этому мечу он разбил китайские армии. Но спустя время черепаха вновь явилась к императору и потребовала вернуть меч, так как долг свой император выполнил. С тех пор озеро и носит это название – «Озеро Возвращенного Меча». Ханой – очень атмосферный город. Я была здесь в туманную дождливую погоду, и это придавало городу особое очарование и умиротворение. Это храм литературы. Ему более 900 лет. Когда-то здесь учились императорские дети, получали высшее буддийское образование.
Вот они, те самые императорские дети. По сути дела, это первый вьетнамский университет, и посвящен он Конфуцию. Детей здесь обучали конфуцианству по 5 священным книгам Удзин. Комплекс занимает большую территорию и состоит из 5 дворов, символизирующих 5 стихий – огонь, воду, землю, дерево и металл. В первых 2 дворах находятся лотосовые пруды и священные деревья баньян. Раньше по центральной дороге мог ходить только император. Для всех остальных были предназначены боковые проходы. Это не могильные плиты, как можно подумать, что это надгробие, да? Это не что иное, как дипломы выпускников храма литературы, то есть тех самых студентов, которые здесь заканчивали. Вот такие дипломы каменные давались самым талантливым выпускникам того времени. Почему? Потому что сначала печатали это на папирусной бумаге, и их легко подделывали. И император принял мудрое решение для того, чтобы дипломы не подделывали, делать их вот в таком каменном виде. Ну что, решение действительно мудрое. Вот уже 900 лет стоят эти дипломы, и никто их так и не подделал. В 2010 году экспозиция «Стел с именами выпускников» была признана ЮНЕСКО объектом всемирного документационного наследия. Красиво, но дождливо. Целый день моросящий дождик. 4-й двор называется Двором мудрецов. Здесь расположен главный храм поклонения Конфуцию. А вот это фигура Конфуция. Конфуций – философ, которого очень почитают во Вьетнаме, несмотря на то, что страна социалистическая. Фраза Конфуция обязательно все ученики в школе должны знать наизусть. А еще Конфуция делят между собой китайцы и вьетнамцы. До сих пор не могут понять, чей же это философ – вьетнамский или китайский. Во вьетнамских храмах можно увидеть фигуры не только Будды, философов и императоров, но и фигуры священных животных. Вот эта птица феникс, которая стоит на черепахе. Здесь, во Вьетнаме, это символ счастливой пары супружеской. Вот это символ жены, а это символ мужа. И в клюве птица феникс держит жемчужину. Это значит, что человек получил очень хорошее образование, как символ благополучия. И вообще здесь говорят так, что ты как черепаха с фениксом. То есть это значит очень счастливая парочка. А вот здесь вот написаны слова Конфуция: родился, живу, болею, умираю. То есть цикл жизни. Вьетнам – страна социалистическая, но это не мешает развивать в стране частный бизнес и туризм. За медицинское обслуживание и образование, включая начальное, здесь нужно платить. По сути дела, от социализма здесь остались только атрибуты. И один из них – мавзолей Хо Ши Мина. А вот это своеобразная Красная площадь Вьетнама. С правой стороны – парламент, а с левой стороны – мавзолей Хо Ши Мина. Мавзолей был установлен неподалеку от резиденции, где жил генеральный секретарь. Здесь его гараж, и, к нашей чести, из 3 машин – 2 советские – ЗИС и Победа. А в кабинете – бюст Ленина и его портрет над столом. На территории резиденции есть еще одно место, очень почитаемое вьетнамцами – храм на одном столбе. Закат в Ханое наступает очень рано. В 6 часов вечера здесь уже ночь. А я все гуляю по этому дождливому городу, который не перестает меня удивлять. Вот набрела на железную дорогу, которая расположена на очень узенькой улочке. Я-то думала, что она не действующая, но не тут-то было. Это первая железная дорога, которая была построена в Индокитае. Она и по сей день действующая. А как видите, колея всего метр, очень узкая.
Сама ширина улицы около 4 метров. Здесь расположены кафе, магазинчики, порой открывается рынок и торгуют прямо на путях вот здесь. А когда идет поезд, все быстренько разбирают. Вот буквально только что здесь, вот по этим рельсам, до которых я сейчас стою, прошел поезд. Ну и после этого жизнь тут же вошла в свою колею. Сегодня мы только начали знакомиться с Вьетнамом, с его традициями, людьми, национальными лакомствами и дождем. В следующей программе мы отправимся в загадочную бухту Халонг, где снимались фильмы «Кинг-Конг» и «Индокитай». Расскажем об этом удивительном чуде природы и очень надеемся увидеть солнце над Вьетнамом.